Да, и вторая партия, ребята, к сожалению, есть В небольшой. общем-то, в первой мы даже в конце, я думаю, стояли, ну, абсолютно точно на победу с Да, личным конем. выиграно абсолютно было. Да, и, может быть, с приемом были бы некоторые шансы снести флаг, но, увы. Да, и что у нас? Сицилянка? Да, ну, Огненная. селянка с Майером-то довольно... Не знаю, сколько это хорошая идея. Ну да ладно. Мы обязаны выиграть для... Значит, все равно фигуры липнут. То есть я не знаю, как эту проблему решать. Закрой еще хром полностью. Ну, просто. Тогда я закрою партию. А, ты понял. Закрой еще Никита Бедров, там, групп, что-то вот это. Но это ничего не даст, здесь какая-то другая проблема. У меня это уже было. Я сделал все, что мог. Ладно, виснут и виснут, попробуем выиграть по игре. Ну... Заставить соперника сдаться. Как тебе Да, такое? это, конечно, звучит хорошо, но... Так, вот цепляется к пешке d6. Он же опять какой-то противный ход есть. Стоп, а нельзя выбить? Ну, Вот сейчас, ладно. стоп, выбить на c3. Не, нельзя, потому что черные порядки и не А, удержатся. да, понял. Вот если бы слона не было на 6, то... Все бы... Пешка на d6 требует все, конечно, постоянного внимания. Ну вот, защитил он на e4 посредственно. Так, коня туда привели. На c5, на c4 хотим съесть. Хотелось бы как-то положительно для нас изменить структуру, но... А как это сделать? Нет. Может быть, ладья f8 и f5? Даже не знаю. Или сразу f5? Или взять какой-нибудь d3, там ничего не будет. Это мало. Ладно, возьмем пока, потому что конь уже ушел, то есть нашему королю вроде ничего не грозит. Особенно ферзь f6 как-то. По времени опять подседаем, а до цейтнота доводить, как вы убедились по предыдущей партии, нельзя по независящим от меня причинам. Да. Ну, по-моему, по дебюту ничего белого не получили. Ну и, может, и получили, на самом деле, какой-то маленький перевес. Конь f3 сейчас просто. Конь f3 обязательно, видимо, ход. Да, и опять все внимание к пешке d6. Да, я не думаю, что здесь черных сильно плохо, но некоторые проблемы могут быть. Какой у нас план? Никакого, как обычно, в еже. Стоять и просто следить, чтобы у нас ничего не съели. Если ловить момент для всяких прорывов. Пока вот непонятно, что делать вообще. Без чернопола может, да, довольно противно еж, кстати, оказаться. 30 секунд, к сожалению, не хватает уже. И трудно заставить себя сделать ход в этой позиции. Ну вот сдувается, может, ладья d7, да. Хотел предложить. Посредственный довольно ход. Отняли клетку своего коня. Да, его сейчас там не запинают ли? Ну, не вижу как, поэтому так сыграл. b4. Мы взяли на b4. А, вот готовит. Наверное. А, вот мы, нас туда пустили, да? Да, ну, мы обнажили пункты p6 сильно. В общем, я не уверен, что все правильно. Ладно, уже тогда идем до конца тут. Лезть так ва-банк. А, столб нужен, можешь взять на b6. Да, это было довольно глупо. Так, на c4. А, слон висит. Ой, конь висит. Да, это было довольно глупо. Что, никакой контр-игрушки нет? Так, еще пешку зевнули на 6. Ну, это я не зеваю, это я уже жертвую, но а что делать? Хочу как-то ладью по седьмой переставить, чтобы там на c4 хотя бы съесть. Ну вот вопрос, будет ли он брать? Не, ну тут столько я эту штуку зевнул, думаю, почти безнадежно, объективно. Ну, без пешки пока. Ну и позиция плохая. Хотя позиция, ну, не очень плохая, наверное, объективно. Так, ладно, все, да. Да, и хотим взять, наверное... Почему не взять бы? А, защищено. Не можем мы ничего взять. c5 пока. Стоп, это под b4. А b4, солнце 6. Как-то начнем ферзя ловить. А он попадется там? Ну не знаю, что было делать. Надо хотя бы путать соперника. Ну, согласен. А пока даже не можем взять на e4. Без двух. Алло? Ну да, вот считает, очевидно, Георг
Ход b4 все-таки. Ну что, конечно, стоило посчитать. Мне кажется, зря он читает, потому что он c6, ферзь b6, ладья h6. Ну, ищет ход. Грозим ведь ферзя как-то поймать здесь, нет? Ну, я не знаю, как. Вроде выглядит опасно, но вот e5, да, я еще хотел сказать, что сильный ход, я думаю. Ладно, взяли. Да, у нас как-то фигуры неудачно стоят. Так, хотим. Что хотим вообще? Так, он сюда перейдет, поэтому он c6. Ладьей надо взять. Тогда ферзь c5. А. Да, но тут, видимо, уже просто ничего нет. Сюда. Ну и там b5 в конце. Ну, Но ой-ой-ой. я не, у меня фигура липнут, я ничего не могу сделать. Да, проиграли очередную партию. То есть я бы, если у меня было бы нормальное все, ну, соединение, я бы тут пробил бы флаг еще, но не в таком режиме, конечно. Видишь, ну они, ну, ты видишь, как все, Ну как они да. двигаются. Не страшно, будет еще партия. Ну, по-моему, сейчас интересно. Очень тяжело играть в блиц в интернете, когда нет возможности даже попытаться срубить флаг. Так, и у нас получилось без слона. Да, и нет возможности срубить флаг. Да, печально. Здесь абсолютно безнадежно. Ну и я думаю, не нужно здесь рубить флаг. Этот у него 30 ходов, и он поставит мат, я думаю. Или флаг снесет. Какая у него интересная техника матования. Обратил внимание? А, ну да, я пытался, но... Да, всем спасибо за внимание.